Ну, пловом никого не удивишь. Давайте я покажу, как я делаю говядину, чтобы она была такая мягкая-мягкая. Мне надо 2 дозы по 400 грамм отдать, а остальное себе для работы и дома. Рис я использую, как в китайском ресторане. Они там берут ароматный, вот именно такой вот. Я сфотографировала пачку. Он продается только онлайн. По крайней мере, в нашем городе его не найти в магазине. Ну, готовится так же, как и любой плов, мясо, потом лук немножко, потом морковь много, чеснок. И вот, чтобы размягчилась говядина, я добавляю помидор. Прям такой возьмите кисленький. И специи добавляйте прямо перед тем, как заливаете водой. Тогда не будет этой горечи в плове. Если сразу добавить, черный перец будет пригорать или другая специя тоже. Добавляю кипяток в куркуму. Тогда она так хорошо раскрывается. Привкуса ее не будет абсолютным, она даст такой приятный цвет, если не переборщите, конечно, немножко. Пол чайной ложки хватит вот на такую большую порцию. Засыпаю рис, я его промыла много-много раз и кипятком заливаю. Много кипятка не добавляю, рис готовится очень быстро. Все, он готовится до готовности, и потом я его еще отключаю и оставляю стоять на плите, чтобы он еще больше, чтобы рис был мягкий. И все, раскладываю.